Циркумфлекс пирожата, с вами Старпер. Свежее обновление для вампиров доступно, а значит, я спешу рассказать, как открыть весь новый добавленный контент, среди которого Золотой дождь, Пики точеные, Горящую задницу и кое-что еще. Без лишних вступлений, давайте к делу. Во-первых, берите любого удобного для вас персонажа и стартуйте в башню Галло. Здесь вам нужно отправиться вверх по карте, чтобы найти зеркало, которое перенесет вас в отдельную комнату с гробом, внутри которого вы найдете нового персонажа – Кончетту. Пассивный навык Кончетты – увеличение размера проджектайлов на 1% за каждый левелап. Оружие Кончетты – теневая шестерня. Пока вы двигаетесь, из вас вываливаются острые, буроподобные штуковины, наносящие урон мобам и, по идее, острую боль вашему персонажу. Как только вы останавливаетесь, буры выстреливают шипами в ту сторону, в которую вы двигались. Сами буры мне не понравились, чего нельзя сказать об их эволюции – Валькирии Тернер, ну или Огне из задницы. Шестерня эволюционирует с помощью пассивного навыка крылья, который увеличивает вашу скорость движения. Эволюция вместо буров оставляет на земле пламя, которое работает по тому же принципу, что и буры. Плюс выстреливают радужными лучами смерти при остановке персонажа. Сильный и, на мой взгляд, интересный навык. Далее, во-вторых, выбирайте Кончетту и стартуйте библиотеку. Там идите налево и найдете волшебный бенгер, который даст возможность выбирать музыку в меню выбора карты. После этого убивайте мобов, и ваши цели на этот забег следующие. Продержаться 15 минут, чтобы открыть шестерню для всех персонажей. Продержаться 31 минуту, чтобы открыть аркану «Золотая дискотека», 15-ю в общем пуле аркан. «Золотая дискотека» проливает на вас дождь из золота, если вы подобрали любой мешок с монетами. При этом каждая монета лечит вас, что делает эту аркану супер полезной штукой. Легкий способ продержаться 31 минуту – это взять пассивный навык «Тирагису» и аркану «Пробуждение». Это даст вам несколько лишних воскрешений, которых хватит с лихвой, чтобы побегать от смерти еще одну минутку после ее появления. Взять активный навык «Противные кошки» и пассивный навык «Каменная маска». Это открывает эволюцию «Жестокий голод» – огромные летающие глаза, превращающие врагов в монетки. Прокачать Кончетту до 99 уровня – это открывает аркану «Бугалу иллюзии», которая увеличивает размер атак от минус 25 до плюс 50% в течение 10 секунд. Финализировать забег и получить награды, среди которых дополнительный уровень прокачки усиления – исключение. Выполнив каждый из пунктов и собрав новые анлоки, вы получите еще и все достижения, которых теперь целых 96, и конца и краем пока что не видно. Господи, сколько раз еще мне выбивать платину? Просите, помогите. Отличное маленькое обновление, которое позволит новым игрокам быстрее фармить золотишко для разблокировки усилений и открытия новых персонажей. Единственный существенный минус, на мой взгляд, это отсутствие Валькирии Тернер в списке экипировки, с которой работает 19-я аркана Сердца Огня. Но мне кажется, что это может быть простой недоработкой автора игры, и в следующих обновах он ее пофиксит. Спасибо, что досмотрели до конца, и огромное спасибо всему культу горячих пирожков на Бусти за поддержку, и в особенности Moonlight, Самураю, Некроманту, Аксолотлю, Алексею Дронову, Джонни, Реал Спиру, Смайлен Цинику и Владисею. Подписывайтесь на мои каналы, залетайте в соцсети, вступайте в культ, если вам нравится, что я делаю. Все ссылки в закрепленном комментарии. С вами был Старпер, всем счастливо!